What do you think about this? I think it's good. Hard. It's really good. Purple, purple, and me too, purple. What do you think? Всем привет, ребята, с вами Оля. Сегодня воскресенье, а это значит что? Да, значит, что сегодня кей-поп день. Ура! Класс, мы рады? Я да. Группа Dreamcatcher у нас снова на канале с кричащим названием. Scream. Scream. Крик. Scream. You know? Scream, типа крик, кричащее название. Ты молодец? Я знаю. У меня уже есть реакция на группу Dreamcatcher. Кстати, если вы ее еще не смотрели, то ссылочка будет вот здесь. Можете посмотреть после просмотра данного видео. И судя по просмотрам и, в принципе, по комментариям, вам нравится эта группа. И многие меня просили снимать еще реакции. Так что, да, сегодня я снимаю эту реакцию. Dreamcatcher группа очень неординарная. Знаете, она выделяется из таких типичных розовых кей-поп girl групп. У них своя изюминка, а именно это крутые голоса у большинства девчонок. Особенно выделяется девушка с таким низким голосом, особенно когда она читает рэп, это звучит очень круто и необычно. Как я поняла, видео у нас вышло год или два назад, то есть это не новинка. Но все же, давайте посмотрим, давайте не будем долго медлить, я умею разговаривать, нет, а я знаю. Давайте не будем долго медлить и, как всегда, поехали. У меня аж мурашки, я не знаю. Я так давно не смотрела кей-поп, у меня уже больше недели не было видосов. Нет. Две недели не было. Про Алису я снимала 4 недели назад. Так что у меня вдвойне просто сейчас... Не знаю, что. Я уже вижу красивую какую-то картинку в начале, яркую. И здесь что-то написано. Давайте сначала прочитаем. One day suddenly the light did not come, people. Что? Forgot how to say good things. Однажды внезапно... Свет не пришел, то есть не появился свет, света не было. И люди забыли, как это говорить. Хорошие вещи. Вот, что это такое, в общем, переводчик из меня никакой. Так что, классно, что-то интересное с сюжетом, я думаю, и яркое, судя по всему, уже. Да, клип 2020 года, то есть ему 2 года. Ага, все, поехали. Птички поют. Ух ты, вау. Вау, какая она красивая. Блин, вы... Гитара вот круто звучала. Вау, посмотрите на эти локации. Вот этот вот хромакей или что это. И такие красивые цвета. Господи, что с голосом? Вау, у нее руки, что с ними? Я не успеваю следить. Так красиво. Мне нравятся вот эти перепады света. Голубой, фиолетовый, розовый. Какие-то вот куда-то бежит она. Какое-то дерево, что это значит? Вау! Ее волосы подходят к моему. Красивый голос у нее был. Вау! Стоп, стоп, подождите, ребят. Извините, пожалуйста, что я остановила на таком прекрасном моменте. Сейчас будет припев, я сейчас отмотаю. В общем, я хочу сказать, потому что я не успеваю слушать и говорить. Ну, я думаю, вам это не нравится, когда я одновременно говорю и слушаю. Мне уже все нравится. Я не знаю, я не успеваю следить за сюжетом. Здесь явно какой-то сюжет, какое-то дерево. Мне безумно нравятся эти перепады света, где фиолетовый, розовый, голубой, синий. Их очень много. Мне нравятся локации. Вроде как это просто хромакей. Вот даже вот здесь видно, что просто сзади свет поставлен и стены, то есть вот хромакей, все, и песок на полу, скорее всего, и все. В принципе, локация такая себе, да, простенькая, деревья какие-то поставлены, искусственные, скорее всего. И до этого тоже был в основном вроде как хромакей, но все равно это выглядит так круто, это так реалистично выглядит. Нет, даже не реалистично, это скорее сказочно. Эти голоса, эта гитара на фоне, это приближение чего-то масштабного, аж мурашки. Очень красиво, вот это фиолетовое сцена мне понравилась. Посмотрите, можно я включу? Видите, слышите биты? Круто звучит. Костюмы тоже прикольные. Давайте здесь и будем смотреть еще раз. Вот, куда она бежит? Какой-то сюжет. Красивый. Вау! Вот опять кто-то бежит куда-то. Вау! Ого!
красный. Какой-то дым. Офигеть! Мне нравится вот эта вот музыка. Классно было. Какой-то портал или что это? Что происходит? Подождите пока. О, что ж, я не знаю. Я вроде как хочу как-то что-то много всего сказать, что я вижу, но у меня столько эмоций. Я не знаю, куда мы летели, в какой-то портал, то фиолетовый, то красный. Я, конечно, люблю, когда события в клипе происходят быстро, но когда я снимаю на камеру, я не хочу, чтобы они быстро происходили, потому что я не успеваю все комментировать. Мне безумно нравится припев. Я определенно хочу его еще раз послушать, но уже не комментируя при этом, поэтому я сейчас все вам говорю. Все, давайте я попробую заткнуться хотя бы на минутку. Я не знаю, получится это или нет. Все, поехали дальше. Маски. Извините. У них такие крутые голоса. У всех. Вау, мне вот это нравится, кстати, локация. Красные, черные костюмы. Только послушайте голос. У них у всех голоса офигенные. Какой красивый головной убор. Цветочки. Ну да, тут в основном хромакей, кстати. Вау, красиво. Вся песня и весь клип просто вот так вот куда-то торопится. Вот, у этой девчонки классный голос. Ого! Я... Мне нравятся биты, вообще... Вау! Вау! Просто! Весь клип, вау! И песня, и монтаж. Очень много спецэффектов, очень много хромакея, но это не портит клип, это наоборот, делает его очень красивым и уникальным. Тебе континь. Продолжение следует. Что за дерево? Ребят, вы знаете, я знаю. Я знаю, что вы все знаете. Давайте, пишите. Бока. Кстати, клип Бока, по-моему, я не смотрела, но песню я знаю. И здесь опять это дерево. То есть это какая-то история, которой я опять-таки не в курсе. Ребят, я не хочу ничего говорить сейчас. Просто я не хочу. Я под таким большим впечатлением, что, в принципе, ничего не хочется говорить. Мне понравились и голоса, и клипы, и локации, и монтаж, и все было на высшем уровне. Мне стоит познакомиться с данной группой поближе, я делаю выводы. Потому что они настолько уникальные, настолько красивые у них голоса, у всех. То есть у кого-то он слишком низкий, у кого-то такой нежный, высокий голосок. Высокий. Так вообще говорят? В общем, мне не хватило. Давайте посмотрим еще что-нибудь. У меня тут два варианта. Либо это танцевальную практику. Чисто посмотрим танец и послушаем еще раз трек. Либо же живое выступление. Что посмотрим? Я знаю, что вас бессмысленно спрашивать, вы мне сейчас не ответите. Да ладно! А мне решать нужно сейчас, и я не знаю, что мне включить. Ну, наверное, танцевальную практику не очень интересно, да, будет смотреть. Давайте живое выступление, наверное, посмотрим. Камбэк. Я вижу, что там что-то опять будет необычное, так что я хочу это увидеть определенно, вместе с вами. Все, я нашла. Вы готовы? Я готова. Все, поехали. Так, участница. Там Джилли. Скрин. В принципе, на лица я их все уже различаю. Вау! Очень красивый голос у нее. И у нее. Они вживую поют, да, по-моему? Погромче сделаю. Thank you.
Я очень люблю, я фанат просто таких песен с взрывным припевом, с битами. Поэтому Stray Kids одна из моих самых любимых групп. Кто разбирается, тот понял, о чем я. Какие-то маски еще были. Так, все. Знаете, эта группа мне напоминает по стилю Everglow. Тоже взрывной припев, уникальные голоса и мощный танец. Харяка мощная. Ух ты. Блин, у нее такой классный голос. И у нее тоже. Очень уникальные голоса. Рай для ушей просто. Я даже не могу выделить кого-то. Они все. Вот это тоже такое вот движение интересное. Парни? Потанцовка. Это редкость. Ну как редкость? Чаще всего девушки с девушками. Если выделять, я обычно всегда стараюсь выделять кого-то в группе, то есть выбирать себе биатика, то по внешности мне нравится девушка с беленькими волосами, вот эта, в центре. А так, по голосам я не могу никого выделить. Ну реально, у всех настолько разные, настолько уникальные голоса. Но вот по внешности, если выбирать, то, наверное, все-таки вот с серыми, белыми волосами, не знаю. Как ее зовут? Вот, Юхён. Вот, наверное, она. Что ж, ну, блин, ребят, ну, закончилось, да, вот так вот быстро. Я все равно еще буду смотреть. Обязательно эту песню добавлю себе в плейлист. Я люблю такое, очень даже. Обязательно пишите свое мнение, как вам. Мне прям очень понравилось, я под большим впечатлением. И также оставляйте в комментариях, что мы еще можем посмотреть у данной группы, что реально стоит нашего внимания. В принципе, мы можем посмотреть все, если вы захотите. С этой группой определенно стоит познакомиться. Что ж, это было все мое видео. Довольно долгое, извиняюсь. Если это видео вам понравилось, не забывайте оценить его пальчиком вверх, подписаться на мой канал, ведь подобных роликов еще будет много. Ну а я с вами прощаюсь, с вами была я, Оля, всех вас люблю. Эти сердечки для вас. И всем пока-пока.